Всем привет! Недавно мы в предыдущих видео показывали, как поменять фильтр на нашем пылесосе, это Körcher VD3. Сегодня мы покажем, купили мы в Леруа мешки бумажные, и покажем, как мы их немного доработали. Мешки стоят 645 рублей, 5 часов. Вообще мешки эти считаются одноразовыми, и когда вот у вас он наполняется, а это в принципе на объектах происходит довольно быстро, мы раньше как делали? Мы через это отверстие высыпали его и вставляли заново. Но теперь мы, как теперь, уже пару лет как мы придумали одну штуку, мы взяли, купили канцелярские зажимы, вот такие вот, 4 штуки. И когда ставим мы новый мешок, мы ножницами, может, ножом там, обрезаем мешок. Так, его обрезали, чтобы потом можно было, когда он наполнился, сейчас покажу, его можно было высыпать. Сворачиваем его вот так вот несколько раз. И зажимами закрепляем. Вот так вот это выглядит. Теперь, когда он наполнился, мы их сняли, высыпали, и мешки не надо так часто покупать, а то это будет слишком дорого стоить. И вставляем в пылесос. Вот так вот. Я думаю, это видео надо закончить фразой: как тебе такое, Илон Маск?